А мы продолжаем цикл пародий на наши любимые программы. Пародия на программу «Высокий стиль». Здравствуйте, здравствуйте, приветухи. Здравствуйте. Высокий стиль вновь на ваших голубых экранах. Сегодня у меня в гостях невероятный человек, супер просто, кутюрье из Перми, Джан-Франко Фердыщенко. Приветуха. Бонсуар. Джан-Франко, скажи, да. Ну какие сейчас веяния в моде в Париже? Милан влюбился в парчу. Да ты что? Да. Париж влюбился в органзу. С ума сойти. Ковали предлагает тюль, вставки из леопарда, прикинь. Ковали жив еще? Да. Беланчотти предлагает легкость и чувственность. Mm-hmm. Да. Да. Скажи, пожалуйста, а какие сейчас ароматы? Ароматы какие сейчас? Шанель номер 5 вернулась в Париж. Это сейчас на тебе? Не, на мне номер 9. Шанель. Балтика. А. Ну хорошо, расскажи, какие сейчас веяния в моде вот в Перми? Пермь диктует чувственность и женственность. Весна, лето. В моде будут новые байковые шапочки а-ля быдло. Приталенные спортивные костюмы зеленого цвета, заправленные в толстые носки Nike. Остроносые туфли, лакированные, будут сильно сочетаться с барсетками со стразами и перьями. Это революция в моде, так женщина еще никогда не одевалась. Ладно, такой личный вопрос, вообще личный. Я люблю личные вопросы. Да, я просто случай слушаю. Вот. Мне говорили, что ты... Я понимаю, да, ходят такие слухи про меня в Перми. Но не верьте им, это, естественно, слухи, я, конечно же, гомосек. Ну, слава богу, господи. Спасибо, дорогие друзья.